Я рада, что мы сыграли с таким счетом. Конечно, концовку чуть-чуть много начали пропускать. Но мы сделали задел 13 мячей. Но я думаю, что нам не нужно расслабляться, потому что «Лада», она никогда не расслабляется. Они приедут к нам отыгрывать эти 13 мячей. И счет, нам надо это все забыть, чтобы счет был 0-0 просто и все. Ну, я не знаю, просто они чуть-чуть, когда начали делать потери, и на этом они продолжили, можно так сказать, не остановились, что-то не перестроили, а мы поймали свою игру, кураж какой-то, и просто во втором тайме вначале мы убежали. У нас, я не знаю, сколько мы сегодня контратаки забили. И я рада, что мы так сыграли, хорошо сделали задел, и это очень радует. Я, кстати, в этом сезоне первый раз играю с Ладим, потому что те два матча мне не удавалось играть. Вот. Но я считаю, что это идет конец сезона, тем более сейчас уже идут очень важные игры, и у нас этот еще стимул, плюс что произошло в мире, во всем, и мы как можно еще больше сплотились и играем на это. Я кайфанула от игры, я думаю, каждый кайфанул, все молодцы, просто жалко, что не было наших болельщиков, как они всегда приезжают, вот. Но я думаю, что дома мы сыграем еще лучше.